Сейчас посмотрим, что помнит этот чел. Посмотрим сейчас. Ну, давайте. Просто забейте. Я... Ой. Я ничего не буду говорить, просто по скиллу все видите. 11 уровня, если что, пак. Это тоже видно, что это... Ну, не, это мягкий чел тоже, мягкий мидер какой-то. Ох, вообще. Так, и что-то мне уже базу, блядь, ломают, да? По классике. Хотя, не, вроде здесь что-то у них получается. Дефмит, дефмит, сейчас будет подключать. Я тэпнусь ещё. Дашь мне щит на гриме, если не пора что-то? Смотри, 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 давай. Так, подождите, а что там делают классные паки вообще? Если бы я знал. Мне кажется, дагер, чтобы нырять в челов. Короче, ладно, я старая школа, пак старой школы, поэтому возьмем дагер.
в ликану прыгнуть. Так-то, конечно, нормальный пак мог и с Engine какую-то взять. Но знаете, у меня этим билд под себя чисто. А под меня это вот то, чтобы нажимать ничего не надо было. Эй, блядь. На 5 секунд. Надо сапов найти обязательно. Хороший таргет, хороший таргет. Мы убьем. Так, и что-то на дэмэдж надо теперь, да, пожестче. Вот на таком паке уже весело начинается играть. То было стрессово, а сейчас становится весело уже. Я бы взял шарт, мужики. Хз, что он делает, но я бы взял. Блин, вообще вот вроде у меня все есть, на самом деле, вы посмотрите, сколько можно еще добавить. Апгрейд этого, плюс Аганим, плюс Шард. То есть еще смело
добавляем 1012-15 на моего персонажа. Еще апгрейд тревело, в принципе, тоже рабочий вариант. Аж рука за это самое забилась. Столько кнопок нажимать. Дорогие друзья, кстати, не забывайте подписываться на телеграм-канал, ставить лайк, колокольчик и так далее. Это на случай, если вдруг на ютубе окажется, ну, понимаете, да? Насколько я в миде поел, вопрос. Да, ну, по классике, невозможно мид нормально стоять. Я не знаю, я не умею стоять мид. Уже, смотрите, 1000 здесь отлетал.